с вами Алена Полынь. Занимались мы инициацией Еги, и уже вот несколько дней у меня стоит алтарь Еги. Тут его не видно на кадре, не ищите его глазами, здесь его нет, он стоит с правой стороны от меня. Вот, и поэтому, когда проводится определенная энергия, есть возможность поработать, ну, с чем-то особенным, да? Назовем это так. Давайте сразу предупрежу, видео 18+. Общество зеленых, прошу не писать, я мясо не ем, я являюсь вегетарианцем. Эти куриные головы уничтожены курицей не мною. Продаются они в магазине людям, внимание, для холодца, как я понимаю. Может быть, вообще еще для чего-то. Но, по крайней мере, когда я покупала, мне желали вкусного холодца. Вот, продавщица. Телефон не съехал. Так, поэтому... Для тех, кто слабонервный там и так далее, лучше не смотреть. Работа с бабьей-ягой подразумевает работа с нитями, которая сейчас прям вот прокачана у меня идет. Работа с куриными ногами, работа с перьями, работа с веретеном и работа с куриными головами. Поэтому это видео для вас. И видео это будет построено на то, что... Сейчас возьму свою тетрадь. На то, чтобы снять, ну так скажем... все плохое, все дурное с вас и передать мертвым головам. Они жить уже по-любому не будут, но есть возможность вам почиститься. Зачем я это все объясняю, не знаю. Ну, объясняю, наверное, для того, чтобы не писали миллион вот этих всяких гадостей мне, которые приходится чистить, что вот вы там такая плохая, вы там с мясом работаете, еще с чем-то. Я не убиваю, не делаю жертвоприношения, дорогие мои, не делаю я такого. Так, тут будет вам не видно, я зажигаю черную свечу. Значит, я буду сейчас в онлайн-формате работать с вами. Смотрите вы это в запись, или когда вы смотрите, не имеет значения. Работает это одинаково сильно, да? Что понадобится? Вам понадобится, если это вы женщина, у вас волосы в хвостик убраны или в косичку, распустить волосы. Если на вас одет ремень, расстегнуть ремень. Для чего? Чтобы не было каких-то мест зажатия, чтобы энергия функционально хорошо текла, и нам было легче вытащить весь негатив. Вы, соответственно, настраиваетесь, да, и, соответственно, что делаете? Будем сбрасывать весь негатив. Весь негатив с вас будем сбрасывать на эти куриные головы. Что относится к негативу? Такие мне слова, это негатив не нравится, ну, как-то она прицепилась. Что относится? Лихое, дурное. Все то, что вам, ну, так скажем, да, негативит для вас именно, да, вот это вот все будет сбрасываться. Все зло, по-простому говоря. Работаем через энергию Бабьи-Яги в том числе. Настройтесь, пожалуйста, все приготовьте. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на головы куриные воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на головы куриные воском сливать. Голова мертвым зло, а с меня вон пошло, а с вас вон пошло. Вон. Пришедшие это вы, пришедшие онлайн, вы также пришедшие в мир интернета, мы все с вами расстояние вообще не... Так-то оно в магии не существует, а сейчас оно вообще не существует. Еще раз. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на головы куриные воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат. Духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на голову куриный воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат. Духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога,
к тебе прошение, дай разрешение, все лихое дурное с меня и пришедших снять, на голову куриный воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на голову куриной воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат, слова не слышат. Баба-яга, костяная нога. К тебе прошение, дай разрешение, все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на голову куриной воском сливать. Голова мертвым зло, а с вас вон пошло. Вон. Куриные головы лежат, не пищат, не кричат, духом не дышат. Слово не слышит, баба-яга, костяная нога, к тебе прошение, дай разрешение. Все лихое, дурное, с меня и пришедших снять, на голову куриной воском сливать. Голова мертвым зло, а с нас вон пошло, вон. Почиститесь, пожалуйста. Сразу скажу, а то там мои недруги пользуются моими картами, думают, что это все безболезненно для них и их рода, и умудряются чиститься по моим чисткам. Дорогие мои, вам это порча. Все, кто против меня, вам это во вред идет, а всем остальным во добро. Так, все зло со своих людей я счищаю, освобождаю. Пусть погорит чуть-чуть. Ну, а вы прощайтесь со злом, прощайтесь со всеми неприятностями, бедами. Онлайн-чистка не заменяет индивидуальную чистку, но чистит достаточно хорошо. По благодарности, благодарить вы знаете, что за все надо. По благодарности нет у меня истории с донатами, которые нигде не регистрируются, идут чистыми. У меня карточка, где вы должны написать, для чего вы делаете, да, вот это, так скажем, ваше благое деяние в виде той или иной суммы финансовой. Вы пишете, как писать, внизу написано. Это для учета, потому что деньги затем я перекидываю на свой юридический счет и с него плачу налоги. То есть у меня нет донатов, с которых я не плачу налоги. Вот настолько у меня все прозрачно. Так. Благодарность той сумме, в которой вы решите сами, ну, которая для вас является уместной. Вот, чистку можно делать в любой день, нет каких-то ограничений. Все, свеча потухла, распрощались со всем злом, которое на вас было, скинули на мертвые головы.